Два месяца назад жители микрорайона имени Шитикова получили в подарок вот такую детскую площадку. Современные архитектурные формы, удобное резиновое покрытие, качественное вечернее освещение. Все это теперь доступно жителям района прямо рядом с домом. Замечательно, нравится, ходим каждый день. Тут можно везде ползать, лазить, можно качаться, даже вон там паутины хорошие. Раньше на этом месте тоже была детская площадка, но, как говорят жители, она давно устарела. Площадка была очень маленькая, и самое главное, была здесь все время грязь. А сейчас очень аккуратненько, чистенько, так что мы благодарны. Место для предыдущей площадки было выбрано еще в 2007 году. Это была первая детская площадка, которая вошла в программу благоустройства аллеи ветеранов. 10 лет она служила верой и правдой для горожан, но инициативный совет самоуправления пошел дальше. 2 года назад я вышла с предложением, совет самоуправления вышел с предложением к управлению нашего ЖКХ. Это, конечно же, к нашему дорогому, любимому Черняеву Александру Анатольевичу, который всегда помогает. Не сразу скажу, что не прямо вот мы пришли, помогают. Нет, конечно, нет. 2 года нужно было найти деньги на эту прекрасную площадку. Инициативная председатель Совета правления микрорайона имени Шитикова – человек неравнодушный к своему району, к своему городу. Весь бульвар сейчас благоустроен, а рядом с памятником Суворову здесь высажены березки. Помимо этого, не забывают активисты совета и о ремонте домов. Так, на одном из них сделан капитальный ремонт крыши с подогревом. А на следующий год в доме номер 15, корпус 1 по Олимпийскому проспекту, отремонтируют фасад. Замечательно, когда вот получается, когда есть результат работы общественных организаций. Алла Сталаева, Андрей Капустин, информационная программа «День».